1 октября на стадионе Центра олимпийской подготовки «Авангард» был разыгран Кубок губернатора Омской области 2011 года. В финальном противостоянии сошлись футболисты областного центра, лидер чемпионата города команда «Ютон» и сборная Москаленского муниципального района. Один из старейших турниров – Кубок Омской области, а последние 8 лет – Кубок губернатора – проводится правительством региона и традиционно вызывает живой интерес участников и зрителей. В нынешнем розыгрыше приняли участие 25 команд – 14 сельских и 11 из областного центра. Кубок губернатора – единственное состязание, где городские футболисты встречаются с сельскими, причем на стадионах сельчан, за исключением полуфиналов и финала. Это единственное соревнование в календаре, в футбольном календаре, где возможны такие встречи прямые. Я думаю, тот интерес, который был в районах Омской области, а команда Москаленок, например, трижды победила подряд на своем поле для того, чтобы попасть в финал, зрителей приходило не меньше, чем 300-400 человек на каждую игру. Я думаю, все это позволяет говорить о том, что действительно интерес очень большой к этому турниру, и это новый шаг развития омского футбола, я думаю. Финальный матч получился упорным и увлекательным. Первый тайм прошел в равной игре, а вот концовка этого отрезка встречи осталась за горожанами. «Ютон» сумел прибавить и усилиями Николая Чайка и Рената Ниязова выйти вперед. Вторая же половина матча, напротив, прошла при полном территориальном преимуществе москаленской дружины. Однако голевые моменты так и не были реализованы. Не помогло москаленцам и численное преимущество в составе «Ютона» из-за удалений стало на 2 игроков меньше. Победный счет 2-0, тем не менее, горожанам удалось сохранить. Ютон! 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 Чемпион! Сельские команды прибавляют очень в футболе. Очень хорошие команды. И «Селькуль», «Москаленки». И они с каждым годом становятся сильнее и сильнее. И я считаю, что они уже производят достойную конкуренцию городским командам. Я считаю, что у нас залог успеха в дружной команде. У нас очень дружная команда, мы играем этой командой уже 3 года. Мы в этом году очень рады, мы стали чемпионами города и вот сейчас вот выиграли Кубок области.